Добрый вечер. Подробнее о том, чем жил Минск, сегодня расскажет корреспондент СТВ я, Наталья Михайлик. Тучинка, Берестейская и Локомотивная в Минске опубликовали предложение горожан по названиям станции 4-й линии Подемки. Так, остановочный пункт на пересечении улиц Сурганова и Кубоколса может стать политехнической. Орловская, Ягая, Киевский сквер, Ольшевского и проспекта Пушкина, Ольшевская. В этом списке находится еще 6 станций. Со своей оценкой этих названий в течение нескольких недель можно обратиться в Мингорсполком. На сайте столичной мэрии уже появился опрос, где горожан приглашают проголосовать за понравившийся вариант названия станции. Оплатить поездку на электробусе можно будет по электронному проездному троллейбусу и разовыми талончиками. Пока этот вид общественного транспорта подвозит пассажиров по маршруту номер 59, диспетчерская станция Серова-Долгобродская, на очереди 43-й. Всего на балансе второго троллейбусного парка 6 электробусов, 4 из которых уже вышли на линию. Здесь планируют комплектоваться еще 16. Если предусмотрено проездной на троллейбус, также он будет работать в данных транспортных средствах. Цена не поменяется, цена останется прежней. Новую технику изготовил отечественный производитель. Отсутствие выброса вредных веществ, низкий уровень шума, использование чистых источников энергии – преимущества экологического транспорта сложно недооценить. Кроме того, отечественными электробусами интересуются наши партнеры из Сахалинской и Свердловской областей России. По словам мировых экспертов, это одно из перспективных направлений развития городского пассажирского транспорта. Беда не приходит в одиночку. Как могли сгореть целых 3 гаража на улице Выгодского? Бензиновые триммеры под вашим окном. Почему с приходом весны минчанам не до сна? Перекрыли улицу Захарова. Где искать проезд? И новая скульптура с подвывертом. Какую тайну хранит образ лошади в сквере тракторного завода? Ответы на вопросы знает наш дежурный по городу Григорий Озаренок. Большой огонь. Вот в этих гаражах по улице Выгодского вчера разгорелся пожар. Огонь распространился почти на 50 квадратных метрах. Спасатели прибыли оперативно, однако сохранить имущество, находившееся в гараже, не удалось. Как видим, даже крыша полностью сгорела. При этом огонь успел перекинуться и на 2 соседние кровли. Причина пожара в настоящий момент устанавливается, однако я еще раз хочу напомнить, что ни в коем случае не стоит превращать свой гараж в склад. Хранить там в большом количестве легко воспламеняющиеся вещества и материалы. Весенние хлопоты. В столице начался сезон покоса травы. Как видим, сейчас это можно делать даже за рулем. Такие машины любой бурьян могут превратить в площадку для гольфа. При этом одна заменяет сразу 5-6 человек. Она и косит, и измельчает. При этом сгребать потом не надо. Сразу из контейнера траву выгружают в мусоровоз. Таких машин на вооружении Зеленстроя немного, 8. Да и стоят они недешево, 80 тысяч рублей. Основной массив травы, конечно, будут косить шумными триммерами. До следующего раза планируют выровнять 6500 гектар газонов. Сейчас Минский тракторный завод – это десятки тысяч рабочих и самые современные технологии. Но в 1939 году начиналось все вот так. Лошадь, телега, топор, лопата и уставшие руки так называемого грабаря, которому и посвящен вот этот новый памятник в сквере завода. Этот памятник установлен совсем недавно, но уже успел обрасти поверьями. Некоторые приходят к нему, чтобы потереть за уздечку лошади и фирменную подкову МТЗ, надеясь на удачу сдачи на права. Но не только бронзовым землекопом может похвастаться завод. Недавно здесь установили площадку для катания на скейтборде с трамплинами. А еще поставили новенькие тренажеры. Обновили плитку на проходной до метро. А еще ждет своего открытия отремонтированный фонтан. Мать, которая находится в декретном отпуске по уходу за ребенком, подождать папу, чтобы куда-то поехать, приходит и ей есть где расположиться, поиграть с детьми, посидеть. Дела дорожные. Улица Захарова от переулка Войскового до переулка Броневого закрывается на реконструкцию. В связи с этим некоторые автобусы будут ездить по-другому. Так, 18-й и 26-й автобусы поедут по улице Захарова, Первомайской, Змитрака, Бядули, Козлова и проспекту Машерова в обоих направлениях и не пропустят ни одной остановки. А дежурили по столице сегодня Григорий Озаренок и Вячеслав Будник. Телекомпания СТВ.
Учиться никогда не поздно. Новая группа профессионального обучения начала формировать столичная служба занятости. Горожанам предлагают освоить 33 специальности, среди них бухгалтерия и логистика. Переквалифицироваться можно и на водителя троллейбуса, мастера по маникюру и печника. Какие профессии пользуются наибольшей популярностью у минчан и кого выбирают работодатели, узнавала Анастасия Хоботова. Больше 10 лет Александра работала на автозаправочной станции. Теперь же пришлось переквалифицироваться. Из всех предложенных специальностей, а их в списке более 30, он выбрал ту, что связано с программированием. Я выбрал эту профессию, потому как более знаком с программированием. Поэтому решил податься именно в эту сферу. И спрос есть на эту именно вакансию. Ну и зарплата, соответственно, устраивает. Эти группы ничем не отличаются от обычных студенческих. Каждый из них от 12 до 20 человек. Разве что возраст разный. Да и причину поступления мама заставила, вряд ли кто-то назовет. В разных аудиториях по всему Минску новых себя ищут более 600 человек. Обучение проходит 5 дней в неделю. Здесь и теория, и практика, и даже самый настоящий студенческий конспект есть у каждого ученика, который, к слову, вот здесь, в импровизированном гараже, придется кстати. Найти ошибку в электронной системе автомобиля теперь можно, не испачкав, пожалуй, даже белую рубашку. А вот чтобы определить более серьезную ошибку, все-таки стоит заглянуть, как и 20 лет назад, под капот автомобиля. На современном этапе, в принципе, все автомобили, которые выходят на рынок, оснащены электронными системами управления. Независимо, это иностранные производители или отечественные постсоветского пространства. Поэтому довольно часто к нам приходят на курсы повышения квалификации работники с квалификацией слесарь по ремонту автомобилей 3, 4, 5 разряда, которые работают уже на сервисах. Неизменным в каждой из предложенных специальностей остается желание учиться. Без него путь длиной от полугода до 10 месяцев пройти будет непросто. С каждым заключается договор о том, что он должен посещать, он должен получать знания и он должен закончить. Получить документ, который говорит о том, что он имеет новую профессию. Это раз. Во-вторых, если в процессе обучения человек нашел работу, то, конечно, работа в приоритете. И он тогда идет работать, потому что ему нужно кормить семью. Безработным платят стипендию, а это от 1 до 3 базовых величин. Рабочие места в конце обучения точно получат водители троллейбусов, трамваев, продавцы и повар. В целом трудоустройство гарантируют в 80% случаев. А тем, кто захочет остановиться на половине пути к новой специальности, придется возместить государству сумму, затраченную на его обучение. Анастасия Хоботова и Сергей Капустин, телекомпания СТВ. За любовь и заботу орденом матери сегодня наградили 23 минчанки. В Международный день семьи в столице чествовали женщин, которые воспитали 5 и больше детей. Есть в Минске настоящие рекордсмены, которые воспитывают 12 детей. Примечательно, что некоторые из обладательниц почетной рельефной звезды еще ожидают пополнения. В нашей семье это все случилось как бы за 10 лет. Вот, и ну вот, 2 сына. И 3 лапочки дочки. Поэтому мы счастливы. Это гордость для меня. Вот. Домой принесем и на самое видное место. После торжественной части в молодежном театре гостей праздника ждал музыкальный сюрприз и поздравления от руководства города. С каждым годом в Минске число многодетных мам увеличивается больше, чем на 1000. Всего в столице проживает около 13 тысяч многодетных семей. Новые городские подробности завтра в это же время в студии новостей, которая всегда рядом, работала Наталья Михайлик. Хорошего вечера.